Добро пожаловать в рубрику «О нас». Здесь мы будем рассказывать о себе и как мы познакомились с компанией. И в первом видео мы расскажем о себе. Меня зовут Владимир, мне 35 лет, я советский кореец, то есть я был сделан в СССР, родился в Таджикистане, но когда начал разваливаться Союз, мы с семьей переехали в Казахстан. И поэтому я считаю себя казахстанцем, потому что я вырос здесь. Меня зовут Мика, полное имя Меру Ерт, я казашка, и у нас есть дочь, ей 3 года. После окончания школы один год я проучился в Бауманке, потом вернулся в Алматы. Здесь закончил политех и получил специальность программиста. В найме я проработал больше 12 лет, занимал различные должности, как руководящие, так и исполнительные. Работал как по специальности, так и не по специальности. Пытался однажды даже открыть свой интернет-магазин интересных подарков. Я родилась в Алматы и прожила всю свою жизнь здесь. Я училась в 7 разных школах, затем поступила в университет на финансы, но не закончила по финансовым причинам. Я пошла работать, я стала сертифицированным преподавателем английского языка и довольно долгое время проработала в найме как преподаватель. Затем я нашла себя в фитнесе, была фитнес-тренером, также я пела в группе, в джазовой группе. И я всегда себя искала. В Атоме я себя нашла. Именно на концерте Мики я в нее влюбился, когда я пришел в небольшое заведение, которое называлось «Мати Пати». Это был авторский концерт, где Мика пела, ее родная сестра ее аккомпанировала на синтезаторе. Я слушал эти песни и проникался чувствами. И все, с этого дня мы все время вместе. Мы поженились в 2013 году и жили счастливо вместе в Казахстане. В 2016 у нас родился первенец, но, к сожалению, на 9-й день от рождения он попал в реанимацию. И несколько месяцев он пробыл в реанимации. Местные врачи сказали, что нет никакой надежды. И единственную надежду мы видели в поездке в Корею. В Южную Корею мы приехали также в 2016 году. И целый год пытались спасти жизнь нашего сына. Но у нас не удалось, да? Нам не удалось это сделать. Нам посоветовали завести еще одного ребенка, чтобы выйти из депрессии. Я забеременела, и у нас родилась дочь. Она действительно стала нашей надеждой на лучшую жизнь, на то, что у нас все будет хорошо. Жизнь в Корее была непростой. Мы прожили в Корее больше 3 лет, почти 4 года, и поначалу было очень тяжело. Мы поехали туда без подготовки, не зная языка, не имея никаких родственников там. То есть у нас там не было друзей, не было поддержки, и было очень сложно. В целом, я видел нас как слепых котят, которые стукаются о преграды, просто носом на ощупь пробираются через различные проблемы. Все время не хватало денег на выживание, мы экономили на всем, и я старался найти всевозможные виды заработка. Я не могла работать, потому что была домохозяйкой и мамой, а также у меня не было рабочей визы. Поэтому я брался за любую подработку. В основном у меня получалось зарабатывать, создавая сайты на заказ. Также мы пытались заниматься медтуризмом, пытались запустить один проект, очень большой и сложный. К сожалению, проект не удался. Но после 3 лет жизни в Корее, когда более-менее уже подучил язык и когда более-менее нашел различные пути заработка, жизнь выровнялась, потому что я переквалифицировался, получил диплом как преподавателя русского языка, как иностранного. И преподавал русский язык, давал как частные уроки, так и работал официально в русском культурном центре города Сеула. Заработка Владимира хватало только на жизнь. Но всегда у нас была неопределенность и нестабильность. Мы не знали, хватит ли нам денег на следующий месяц. С Атоми жизнь наша кардинально изменилась. Действительно, все перевернулось, повернулось на 180 градусов. Помимо того, что выровнялось наше финансовое положение,
Томми на самом деле спасла нас во многих смыслах, потому что после того стресса, что мы пережили, мы больше не жили, а существовали. А в Томми мы снова начали жить. Снова начали мечтать и строить грандиозные планы, о которых раньше даже не мечтали. Мы встретили огромное количество замечательных людей, и действительно очень сложно поверить, что мы когда-то не знали наших партнеров, потому что представить жизнь, не зная всех замечательных людей, очень сложно. Они близки нам по духу, у нас одна мечта – добиться самого высокого ранга в Атоме Империал Мастер, и мы все дружно к этому идем. Атоме подарила нам не просто возможность построения международного бизнеса, Атоме подарила нам вторую семью, большую, теплую, родную семью и вторую жизнь. Ну и также мы стали крепче, как семья, потому что мы стали проводить больше времени вместе, почти все время мы проводим вместе, также мы проводим время с нашим ребенком, и это не может не радовать. И нашей целью в компании является привести как можно больше людей в лидерский клуб. Еще в первый год работы, когда нас награждали на сцене Атоме Парка, мы получали награду из рук председателя Пак Хан Гиля. Я сказал тогда на всю страну, на весь мир, что наша цель в компании – привести более 10 тысяч людей в лидерский клуб. Владимир тогда выступил на корейском языке. Готовился он всего пару часов, потому что должна была выступать я на русском языке. Но все переиграли и сказали, если я знаю корейский язык, если я могу что-то сказать по-корейски, лучше, конечно, сказать по-корейски. Сам председатель Пак Хан Гиль после выступления Владимира подошел к нему и пожал ему руки. Мы живой пример того, что любой человек может добиться успеха в компании, вне зависимости от опыта жизненного, профессионального, вне зависимости от навыков, вне зависимости от способностей. От квалификации, от образования. Самое главное, здесь нужно двигаться, здесь нужно действовать, совершать большое количество действий и не стоять на месте и постоянно развиваться. Не ждать помощи, быть самостоятельным, быть проактивным и не терять время. Если у вас есть какие-то вопросы личного характера про нас, про нашу семью, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео, и мы ответим на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждем ваши комментарии. Да, обязательно посмотрите наше следующее видео, в котором мы расскажем, как мы познакомились с компанией.